Сегодня утром на президентском бульваре произошла нелепая авария. КамАЗ ехал в сторону кольца, на скользкой дороге машину стало заносить. Водитель резко нажал на тормоз, машину занесло еще больше. Самосвал задел первый автомобиль, который в свою очередь зацепил другие. По данным отдела пропаганды ГИБДД, водитель грузовика нарушил пункт 9.10 правил дорожного движения, где говорится, что водитель должен соблюдать необходимый боковой интервал, обеспечивающий безопасность движения.